Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Рассмотрим с вами пятерку мультиварок Redmond, рейтинг лучших. Все товары идут с Яндекс.Маркета, ссылки все будут в описании. Под этим видео можно будет перейти и ознакомиться. Первым в нашем рейтинге мультиварка Redmond RMC-M399, 6990 рублей ее стоимость. На сайте Яндекс.Маркета можно приобрести в кредит. Также на сайте Яндекс.Маркета самая выгодная цена. На других сайтах доходит до 8500 рублей. Она идет на 5 литров. Большое количество программ для приготовления. Вот здесь можно на меню увидеть, да, какие здесь есть программы. Также есть отложенный старт, поддержание тепла, мощность 700 Вт и идет электронное управление. Есть небольшой дисплей, да, на котором показывается время выполнения какой-либо программы. А также в комплектации идет пластмассовая вставка для приготовления на пару, несколько ложечек, да, мерный стаканчик есть, ну и сетевое подключение. Чашка вот так выглядит, на 5 литров она достается и, соответственно, устанавливается потом для приготовления. Также есть клапан для выхода пара, то есть, соответственно, не будет у вас там выкипать, да, в отличие как от кастрюли. Сверху кнопка для нажатия открывания крышки. После приготовления звуковой сигнал, оповещающий о том, что продукты приготовлены. Рейтинг здесь неплохой на сайте Яндекс.Маркета. Достал, сполоснул и можно начинать готовить. То есть чашку вынули, там продукты выложили, чашку помыли и дальше можно готовить другие продукты. И что касаемо еще как бы из достоинств, да, то в принципе в большей степени по приготовлению здесь хватает программ, которые здесь есть, ну и в принципе фирма Redmond всегда на высоте. То есть все, кто пользуется данной фирмой, пользуются данными мультиварками не один год. Ну и за исключением того, что как бы выходят, конечно, обновленные модели какие-то, да, и хочется уже обновить потом. Следующая мультиварка Redmond RMC-M29, стоимость 5989 рублей, идет тоже на 5 литров, также чаша вставляется сверху, есть выход, клапан для выхода пара, вот такое меню, да, с несколькими режимами приготовления, также есть отложенный старт, кнопка отмена и разогрев, также есть кнопка старта и выбора меню, также выбора времени и температуры. После приготовления можно старт, отмену сделать или же оставить, и, соответственно, будет все время подогреваться ваши продукты. В комплектации также идет мерный стаканчик, да, вставка для приготовления на пару и, соответственно, мерные ложки. Также в комплектации еще идет книга рецептов. Вот так выглядит данная мультиварка. Есть функция поддержания тепла и регулировка времени приготовления. Мощность 860 Вт. Управление здесь идет электронное. На сайте Яндекс.Маркета опять-таки самая дешевая цена. Где-то товар доходит до стоимости почти в 9500 рублей. Также можно приобрести в кредит на сайте Яндекс.Маркета. Следующая мультиварка Redmond RMC-M42. 4512, стоимость 10008 рублей, также можно приобрести в кредит. Вот так выглядит данная мультиварка, уже более современного дизайна, тоже идет на 5 литров, с керамическим покрытием идет чаша. Большое количество программ здесь для приготовления. Есть отложенный старт, поддержание тепла, регулировка времени приготовления. Мощность 1000 Вт. Вот таким образом она выглядит. Также в комплектации идет книга с рецептами. Плюс, что касаемо, да, комплектации, то, что здесь есть мерный стаканчик, соответственно, пластиковая чаша, пластмассовая для приготовления на пару. Есть чашечки, да, и есть щипцы для того, чтобы достать чашу из самой мультиварки. Вот такое вот меню, да, с дисплеем, выбором программ, а также есть кнопка отмена разогрев, тут старт, выключение, включение, выбора меню, есть отсрочка выбора температуры и выбора минут. Что касаемо рейтинга, рейтинг здесь тоже неплохой. Большой выбор программ здесь идет, она очень легкая, удобная в использовании, дизайн симпатичный. Единственное, что из минусов, опять-таки, как у всех Redmond, это короткий шнур и крепление крышки, да, у кого-то сломалось там через полтора года. Но это как бы особенности такие конструкции использования, да, всякое может быть, скажем так.
Единственное, что еще как бы, да, из моментов недостатки, то что при открывании крышки немного воды капает на стол. Это, кстати, у всех мультиварок такой есть момент, что когда крышка открывается, то вот по самой крышке, да, по вот этой вот части стекает водичка, да, конденсат, и, соответственно, капает на стол. У любой мультиварки будет вот такой вот момент, да, то есть здесь нет никакого, скажем так, отсека, да, для сбора вот этой вот конденсированной влаги. Следующая мультиварка Redmond RMC M37, стоимость 7588 рублей, можно также приобрести в кредит на 5 литров с тефлоновым покрытием. Большое количество программ здесь есть, из особенностей отложенный старт, поддержание тепла, мощность 860 Вт. Внешний вид такой же, как в принципе у многих стандартных мультиварок. Вот такое меню, также есть здесь регулятор выбора, мультипар, отмена подогрев, выбор времени, также есть отсрочка и выбор температуры. Также сенсорное меню, да, выбираете приготовление, какой режим нужен вам. Книга рецептов также идет в комплектации, ну и соответственно чаша для приготовления на пару, также мерный стаканчик и ложечка. Рейтинг здесь тоже высокий, по большей степени все, конечно, отзывы, как всегда, положительные, потому что Redmond всегда, в принципе, на высоте идет. Очень легкая кастрюля, да, в отличие от старых моделей, допустим. Кто-то пользуется только такой мультиваркой Redmond и не собирается менять на какую-то другую. Отличный мультиповар, тестируют все программы на пятерку, то есть здесь вот как бы нареканий к выполнению программ нет. Режим мультиповар позволяет менять время и температуру, так, допустим, как вам, допустим, самому надо. Если какую-то программу выбираете, то там все автоматически выстраивается. Ну и последняя в нашей пятерке мультиварка Redmond RMC M4516, 5890 рублей. Можно приобрести в кредит на сайте Яндекс.Маркета. Цена самая дешевая. В некоторых магазинах цена доходит до 11,5 тысяч рублей, как бы это очень дорого. На 5 литров идет чаша, также в комплектации идут ложки, мерный стаканчик и пластиковая вставка для приготовления на пару. Здесь также идет вертикальная загрузка, идет в комплектации еще книга рецептов и, соответственно, большое количество программ, которые выбираются на сенсорном дисплее, либо же именно кнопками. Есть кнопка отложенного старта, поддержание тепла, регулировка времени приготовления, мощность 860 Вт. Современный дизайн, в мультиварке 14 автоматических программ, выкладываете продукты в чашу и все приготавливается согласно программе. Она все делает сама без, скажем так, вашего вмешательства, за процессом следить даже не нужно. Она варит, жарит, тушит, выпекает, готовит на пару и во фритюре. Также делает йогурты, десерты, напитки и питание для маленьких детей. То есть выбор программ очень огромен. Больше каких-то недостатков по данной мультиварке нет. Вот такая пятерка мультиварок у нас получилась. Все товары, которые были здесь представлены, все идут с Яндекс.Маркета. Ссылки все на каждый эти товары будут в описании под этим видео. Можно будет перейти и на сайте Яндекс.Маркета заказать. А также не забывайте подписываться на канал «Все о стиральных машинах и бытовой технике». А я на этом с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.